Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по инвестпроекту CoinWeek. Здесь инвестиции от 1 рубля. Минимальный депозит рубль. И что? Значит, инвестировать здесь в рублях можно, в долларах, ну и платежные системы. Я сюда зашла, не помню, по-моему, 24 числа. И минимальный вывод отсюда 11.58. И начисления здесь идут. Доход каждые 2 часа капает денежка. 1%. Я сюда закинула 15 рублей. Мои депозиты. Так. Вот мои 15 рублей. Без как бы фанатизма. Вот далее что? Я хочу поставить денежку на вывод. Значит, нажимаю кабинет. Значит, что у нас здесь? Вот у меня на балансе 11.58. И они берут комиссию 5%. Но это бог с ним, чтобы проект подольше жил. Нажимаю вывести. Что они нам здесь пишут? Заявки обрабатываются оператором в течение 24 часов. Минимум на вывод составляет 10 рублей или 1 доллар. Заказывать выплаты можно не чаще, чем один раз в 72 часа. Комиссия за обработку заявки составляет 5% от суммы. У меня есть партнеры, рефералы, и, естественно, мне хочется проверить на вывод, так как люди пришли ко мне, зарегистрировались под меня, и показать то, что проект платит. Я не знаю, если сейчас денежка я поставлю на вывод, не придет, то через 24 часа, как здесь говорится, я опять запишу видео. Либо о том, что денежка пришла, либо о том, что денежка не пришла. Значит, 11.58, составляем сумму 11.58, номер кошелька. Так, номер кошелька английский. Номер. Так, ну что, нажимаю вывести. Так, операция прошла успешно. Средства были перемещены в процессинговый центр и поступит на ваш счет в ближайшее время. Я думаю, не имеет смысла ждать о том, что сейчас инстантом денежка придет. Вот, так как здесь написано 24 часа, и куда-то они там перемещены, будут проверяться. Как денежка поступит на баланс, я обязательно запишу видео. Ну, денежка выведена, баланс обнулился, на почту мне ничего пока не пришло. Вот, ну что, продолжение будет следовать. На этом буду заканчивать. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить последние новости по проекту. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!